Всем здарова, братва на связи, как всегда я, Малфой. И это 89 серия пути бомжа на хасл онлайн. Пока меня не было в сети, купили 11 новогодних кейсов. И в принципе не по самой плохой цене. Снимаем с банка 1.9кк и самое время смотреть, что там по бизнесу. Баланс предприятия 225 косарей, ой-ой-ой, красиво. Ну а по финочке такая вот история. Сразу можно кинуть объяву о продаже и ждать смс. Короче, что касается касаемо того скина из прошлой серии. Но шейх из Канта, помните, да? Оказывается, это супер уникальный скин, который стоит лямов так 20. И вам словами не передать, как же мне обидно, ну ё-моё. Думаю, вполне реально сегодня пооткрывать Канты с одеждой. И я вот настроен серьезно. Братве передаю пламенный привет. И подожди, там в смс черик спрашивает край бизнеса. В принципе, 18,5 я готов тебе отдать. Говорит, что я зря цены занижаю. И он ее держал и перепродал за 28 О-о-о! Так, спам контов как раз залетел, и его мысль я уловил. Во время акции X3, когда будет большой онлайн, можно спокойно продать с наценкой. Но это еще дожить нужно. А так, спасибо за совет. Одежды, к сожалению, я здесь не вижу. Тогда давайте заберем хоть антиквариат. Челики вот рядом все стали в АФК, и прикинь, забрал по самой минимальной цене. Здесь у нас картины. Это понятно. Все, забираем себе. И вот еще один контейнер с аксессуарами. Давайте его перебьем. Короче, цену реально надули. Ого-го. Но я надеюсь, что выпадет какой-нибудь крутой аксессуар. 557к списала. И внутри у нас, ну, полнейший хлам. Бесполезные очки, шлепы. И даже не знаю, стоит ли их вообще забирать. Короче, половину я продал в порту, а половину забрал. И самый топовый аксессуар. Это по-любому зебра. Остальные канты уже начали крутить. Мы быстренько перемещаемся в антикварный магазин, сливаем все предметы, которые забрали с первого канта. И если сравнить баланс, когда я пришел на канты и какой сейчас, то в принципе минус на 1200. Но мы сейчас попробуем выставить эти маски, пускай по 89 тысяч и еще очки за 44 и так далее. Итак, братва, новый день. Я вот недавно проснулся и за Купили только одну пару очков Все остальные предметы мне вернули И с горем пополам Я ушел в ноль с этих контов Что касаемо бизнеса Пока что без изменений Будем пробовать его впихнуть кому нибудь За 19-20кк Перемещаемся на авторынок высокого класса И вот очередные у меня попытки Продать этот хлам Почему я говорю хлам Да потому что никому вообще не нужен Даже перекупы не хотят ее брать Спрос на тачки и бизнесы очень сильно просел. 4К передаем подписчику на развитие, ведем переговоры по поводу тачки и, кажется, реальная цена этого корыта лямов 6, не больше. Оба баб выставляем остатки кейсов в разные киоски, перемещаемся обратно на автобазар и вот наконец-то опубликовали мое объявление. Короче, договорились с Исламом на покупку Биза. Я ему даже финку в Дискорд скинул. Туда-сюда они с другом просят 18 и 7 и давайте уже к вечеру спишемся и все обсудим. В принципе, если продать за такую сумму, чистый заработок будет 3,5 миллиона. Но я же малфой, мне нужно больше денег. Ой-ой-ой, вот эта встреча! Помните номера с гелика в очко? Какой-то пацан их тогда выкупил и вот катается на крутой БМВ. Я респектую. Так, братва, уже в какой раз я пытаюсь ловить рандомный кон-спам. На самом деле это того стоит. Я вот просто пиарю бизнес, общаюсь с покупателями, и если вдруг в Payday не появится, я просто уеду. А если заспавнится, то я стану очень богатым. Короче, мы ничего не теряем, а только можем обогатиться. Какая-то шляпа за 10к улетела, еще очки за 10к сюда, и понятное дело, что цену я сделал реально копеечную. Кажись, я не один такой жду рандомный спаун, и вот с Максончиком красиво разговорились. На самом деле, иметь ютуберскую команду команду слэш кон спавн или слэш спавн кон, как там правильно, это имба. Но для нашего пути совсем будет нечестно. Так можно наспавнить тысячу контов и пройти путь за две серии. Долгожданный пайдей, ничего не появилось и с чистой душой можно сваливать. Делаем фоточку с братвой, напоследок пару слов Максончику. И подожди, вы сейчас прикалываетесь? Откуда они появились? Можно подумать, что я их заспавнил, но это не я. Это либо какой-то админ, либо другой ютубер. Но мы здесь только с Максончиком. Короче, давайте быстрее открывать. Смотрим первую одежду за 280к. Здесь эксклюзивов я не вижу, но мы вышли в плюс на 200 косарей. Максончик тоже там что-то открывает. У меня еще купили маску за 26 тысяч. И вот вторая одежда кое-как купила начальную ставку. Так, Максончик, пожалуйста, ставь мне одежду. Это третий, по счету, конт. И в нем тоже не оказалось шейха и получается это уже точно последнее открытие спасибо максончик что не перебиваешь короче я так понял тот шейх из прошлого ролика ну прям лютый эксклюзив потому что ну вроде я открыл сейчас реально много контов но ничего подобного не выпало а вообще мне до сих пор интересно как реагировать на такой спавн контов системно они должны появляться насколько я знаю в payday а это спустя три минуты короче может кто знает, напишите в комментариях. Ну а я залетаю в казино. Да тихо-тихо, я только покушать. Все, ухожу. Запускаем наш металлоискатель. И, кажется, тот спаун контов сожрал всю мою удачу. Ну потому что за 20 минут мне не выпало ни одного кейса. Хотя я в игре уже больше, чем 50 минут. Ай, короче, мне опять хочется открывать конты. В этот раз он системный в 16.00. И опа-поп, -оп -оп, погнали искать одежду. Так, вижу, как и в тот раз с Китая. И сразу ставим 482 тысячи. Эй, куда ты перебил на полтора ляма? Ты чё? Что-то мне подсказывает, что он тоже в поисках этих шейхов. Но стоит ли оно того? Ой, э, короче, не буду я так рисковать. На балансе 38,5 кк. И пока что на этом остановимся.